şey var çok yani. Bir numara dünyada. Bu hayvanlar kokuyu havadan alır. Evet. Havayı koklar. Eti sabahki bir otoza bak. Kurdun kokusunu havadan alır. Bu köpekler yer izler. Koku. Yeri koklar. Bizim atalarımız bunları ana yurttan, öz yurtlarından giderken Anadolu'ya getirdiler. Çünkü Anadolu insanı nereden gitti? Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Altaylar'da geldi. Anadolu'nun kendi köpekleri değil, bizim öz köpeklerimiz. Любитель собаковод, скажем так, любитель аборигенных собак. У нас в Казахстане называются они тубетами. Вот это наши все питомцы, скажем так. То есть параллельно занимаемся хозяйством. То есть вот у нас здесь лошадки ходят. Некоторые собаки на чабанстве работают. Сейчас вот они спустились в Джалял сюда. Как бы вот такие вот моменты. А так, большие заслуги тут не перед кем конкретно, не передо мной. А очень большое общество людей, которые продолжают. Алтай, это, скажем, наш старший. Махамбет очень большую роль сыграл, скажем, в этом. Мы буквально не так...